Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Мы ездили сегодня в Фикс-Прайс, и я вам сейчас покажу, что мы купили. Давайте же начнем. Первое. Это вот такая машинка. Это для Святослава. Давайте ее распакуем. Это инерционная машина, стоит 55. Это для Святослава. Ой, упала. Это вот тут вот такая, ну какая-то белая штука. Смотрите, для чтобы окна чистить. Подумали хоть. А не, продавцы. Это вот так, то есть вот так делаешь, и она едет. Не знаете, наверное, такие машины, как бы была такая. Или есть. Но наверняка, потому что у меня это уже было, наверное, и у вас. Ну, очень классная машина, яркого цвета. Ставь лайк, кому понравилась эта машина. Следующая. Это сок. Привет. Это яблочная персик. Яблоко персик. Тяжелый. Сколько литров? Сок. 100% качества. А литров-то сколько? А, литров. Объем 1,90 литра. Поняли? Я сама не понимаю, что это значит. Ну, это вот просто обычный звук. А ничего интересного нет. Давайте отложим его в сторону и посмотрим, что следующее. Следующее это я взяла. Это маска, чтобы спать. Там было много одинаковых и одна вот такая. Мне это больше понравилось. Это Клеопард. Теперь я буду так снимать. Я буду закрыта, я ее буду маску вот так одевать и буду брать какой-то продукт, чтобы закрытыми глазами. А потом открывать глаза и показывать там, чтобы было как-то поинтереснее. Давайте. Сначала я еще отгадала. Это наверняка сухарики. Угадала. Это сухарики. Это сухарики, сыр, бекон. У нас там много их, мама была. Вот такие вот сухарики обычные. Следующее. Это я не знаю что. Это цветная самоклеящая бумага. Вот. Это там замки можно делать. И все остальное. Там бабочек всяких. Или вообще человечка. Следующее. Воздушный диск. Ну да, это воздушный лист, такой тут шарики, желтый, красный, фиолетовый. А больше нет цветов. Вот такие вот воздушные листы. Это еда пока. Следующее. Вот это перо. Что это такое? Ну, непонятно, я сдаюсь. Это машина новая Святослава. Еще одна. Такая большая. Это не инерционная машина. Колеса крутятся, все нормально. Вот такая вот машинка синего цвета. И тут даже огонь. И тут. Так, номер хотя бы есть. Тут, представляете, тут даже есть номер. 758. Российская! 7 цифр 7 это российская. Машинка российская у Святослава. 7. Следующая. Это моя машина новая. Это машина для кукол. Стоит 99 рублей. Ну, достаточно прикольная. Вот тут написано Барби на всех колесах. Тут номера нету. Жалко. И тут тоже нет номера. Смотрите, туда даже мой телефон поместился. Ну, то есть папин. Я его попробовала туда. Вон прямо тут даже есть дырочка, чтобы вещи, ну, вкатывались. Прикольно было. Прикольная очень машина. Давайте я тоже в сторону и посмотрим, что следующее у нас же есть. Осталось совсем чуть-чуть. Это гель, чтобы что-то мыть. Да, это гель для стирки автомат. Универсальный тоже. Такой оранжевый гель с тюльпанами. Тюльпаны нарисованы. Ну, это вам, наверное, не интересно. Осталось жалко, что 4 вещи.
вещи, давайте. Сухарики. Да, сухарики. В этот раз это жареное мясо с лучком. Сухарики, опять же, это уже со вкусом ветчины и сыра. Я больше тут не буду. Это тоже жареное мясо и лук. И у нас осталось последнее. Это резиночки. Это резиночки черный, голубой, розовый, белый, серый. Их тут, ну, сейчас посчитаю. Раз, два, три. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ставь лайком. Ставь лайком. Понравилось это видео. А дизлайк, кому не понравилось. Подпишись на мой канал, поставь колокольчик. Всем пока.